Сегодня 12 июля 23 года. Я приехал к заказчику. Заказчик купил участок в Золотом Поле. Сам живет сейчас в Москве. Попросил к приезду навести порядок на вот этом участке. Ну, я сейчас смотал шланги, которые здесь были разбросаны по земле, вырезал молочай лозный выше меня ростом, вот это вот молочай лозный. Сейчас вот еще осталась половина участка, я вырежу молочай, потому что косилка будет ломаться. Режущий аппарат. У меня там стоят цепи. Райские яблочки. Цепи будут рваться, потому что у основания почти 2 сантиметра. Вот такая красота выросла. Сейчас подготовлю участок. И бензокосилка, бензотриммером спашу. Эти персики я обрезал весной. Уже или попадали, и не было вообще. Непонятно. Пошел дождь. Временно делаю перерыв. Такую пучу молочая лозного вот с этой территории срезал, там еще немножко накидал. И сейчас осталось вот это. Ну, пока перерыв делаю, пока дождь идет. Дождь закончился. Два раза срывался. Молочай лозный я срезал серпом. Вот кучка вот там, вот здесь кучка, вот кучка, и там вот во дворе. Сейчас сыровато, вот солнце проскакивает сквозь тучи. Протряхнет чуть-чуть, и буду заводить свою косилку. Тут уже крупных толстых веток, стеблей нет, сорняков. И будет проще косить. Ну, все, солнышко появилось. Сейчас роса сойдет. И вперед будем косить. Закончил. Все косить. Осталось только собрать траву и высушить, а потом сжечь. И заложить в компостную кучу. Для того, чтобы был хороший травяной перегной. Работа выполнена, заказчик, надеюсь, доволен. Ну, все, дальше будет сад расти.